Приветствую, друзья. Мы всегда поражаемся мастерам единоборств. Как проходят эти прекрасные соревнования? Или мы всегда поражаемся балету, прекрасному вокалу? Ну вот вы знаете, в основе этих тренировочных процессов лежат механические действия и полуавтоматические действия. И когда они сочетаются определенным образом, там как раз и происходит это чудо, которые мы видим, такая органика процессов, и там мы чувствуем какую-то внутреннюю свободу. И вот эта внутренняя свобода, где механические движения перетекают, например, в автоматические действия, вот это достигается многотрудными повторениями этих механических действий, пока они станут автоматическими, до степени выработки навыков. И вот основная проблема заключается в том, что на самих тренировках, будь то зикры, будь то вокал, будь то боевые единоборства, участники могут проявлять такие чудеса прямо мастерства. А вот на ответственных выступлениях могут зажиматься, и вот эти вот блоки могут не дать возможность выступить как следует. Вот решить эту проблему можно с помощью принципов метода ключа. Почему? Потому что то, что в единоборствах, например, или в других тренировочных процессах становится основной достижимой целью, конечной, внутренняя свобода. А здесь, по принципам метода ключа, это является первичным условием. То есть мы сначала помогаем человеку быстро снять нервно-мышечные блоки, вот эти вот зажимы, которые открывают у него потом внутреннюю свободу. И потом он уже эти же механические движения гораздо короче по времени и скорости. Ну, короче, он быстрее тренируется в любом виде деятельности, быстрее вырабатываются навыки, потому что нет зажимов. Это и понятно. И поэтому он может не только чудеса во время тренировки показывать, но и на ответственных соревнованиях и выступлениях. И поэтому, если соединить классическую школу тренировки, балету, вокалу, фигурному катанию, чего угодно, с методом ключа, то происходит вот это вот новое качество, прорывное, прорывные результаты, новые достижения и привлекательность самого тренировочного процесса, потому что многие приемы становятся доступными, легко трансформируются автоматически, и поэтому это происходит. Даже физкультура, если будет соединяться с ключом, это уже будет как песня. До встречи, друзья!